Всем привет! Сегодня я снимаю ролл-плей с Дэвидом, так как вы меня об этом очень сильно просили. Сейчас Дэвид находится на дневном сне. Он уснул вместе со мной на кровати, поэтому я подложила подушечку, чтобы он не упал. Дэвид уже проснулся, и сейчас я ему дам смесь. Мы сейчас кушаем из бутылочек от Dr. Brown, потому что они идут с антиколиковой трубочкой, чтобы у Дэвида не болел животик. Я купила новый штатив, и он почему-то хочет снимать больше шкаф, чем у нас. Дэвид сейчас кушает из бутылочек от Dr. Brown, потому что они идут с антиколиковой системой против колик и газиков. Я так полагаю, что там все вместе. И благодаря этому у него не болит животик. Все. Давидик все скушал. Мы отправим мыться. Сейчас нам нужно постучать по спинке. Положила Дэвида в люльку, пока полежит. Я хочу сейчас его переодеть, поменять ему подгузник. Пока Дэвид играется в шезлонги, я сейчас помою быстренько посуду и приготовлю себе что-нибудь поесть. Я уже поела. И сейчас мы решили съездить в торговый центр. В детском мире посмотрим что-нибудь, в Сенсей зайдем. Ну, в принципе, все. Я не хочу слишком долго гулять, потому что сейчас уже час пик начнется, много народу. Сейчас оденем на... А может, вообще не будем ничего одевать. Сейчас я его укрою пеленочкой, да и поедем так в колясочке. Хей-хей-хей. Уложила Давидика в колясочку. Сейчас мы ждем такси и выходим. Укрою пледиком его. На улице у нас 19 градусов. Одела ему шапочку, а вообще, как бы, солнышко светит. Но мы вообще же будем в торговом центре ходить, поэтому, я думаю, нормально ему будет. Ни жарко, ни холодно. Итак, мы приехали в торговый центр. Мы уже купили
вещички в Крокет. И я купила немного, две футболки себе в твое. Итак, мы приехали уже домой, у нас уже вечер. Сейчас я вам покажу, что я купила. Я сделала покупочки в твое. Также купила еще в других магазинах. И также еще зашла в Крокет. Там я оставила больше всего, наверное, денег. И взяла себе вот такую вот футболку яркую. Мне она понравилась. И взяла еще вот такую вот серую. Вот. Они оверсайз. Взяла вот такие вот штуки в Хофе. Я хочу их не для розеток использовать, а для нашего пеленального столика. Я хочу их прикрутить. В общем, такую систему сделать. Я потом вам покажу, когда сделаю. Также взяла вот такую вазу. Вот. Взяла такие ползунки. Это 56 размер. Вот цена. И вот такие вот распашонки. Тоже 56 размер. Они, кстати, подходят как девочкам, так и мальчикам. А распашонки стоили 1100. Вот такие вот. Мне очень понравились принты. Прям, знаете, очень похоже на H&M стал Крокет. Взяла. Это уже 62 размер, но как-то вещи все равно, мне кажется, немного мало мерят. Ну, либо... Ну, они все равно как раз будут для Дэвида. Большеваты, ничего страшного, не сильно большие будут. В общем, вот такой вот это 62 размер. Шортики я взяла, 549 по скидке. И вот к этим шортам я взяла еще футболочку. Если мы поедем в отпуск, то я хочу взять кого-нибудь, Луи либо Дэвида. Скорее всего, Дэвида возьму, и вот будет ему комплект. Вот футболка тоже была по скидке. Взяла вот такой вот слип для Евочки. Это на 60 размер. Он прям такой очень приятный. Качество, как у H&M, вообще один в один. Очень милый принт с вишенками. Я его еще давно заметила. Вот его цена. Кстати, для такого слипа это, ну, я считаю, недорого. Вот, очень милый. Прям очень понравился. Одна, наверное, из самых моих желанных покупок. И взяла вот такой вот слип. Вот его мы сейчас, наверное, и оденем. Он прям тоже такой для мальчика и для девочек подходит. Очень красивый. Мне понравился. И вот стоил тоже 999. В общем, Крокет сейчас это просто моя любовь. Правда, единственное, что вот тут швы наизнанку. Но... Кстати, вот так вот сидит на мне вот эта вот футболка. Я думала, она будет длиннее, но в принципе неплохо. И вот так вот сидит на мне вторая футболка. Я ее брала как домашнюю. Мне она очень нравится. Я еще хотела заказать ее на ВБ. Вот. Прям вообще класс. Такая мягкая. Сейчас я буду готовить Дэвиду смесь. Thank you.
Какое у нас доброе утро. Сейчас мы Доминику дадим покушать. Кстати, как вы могли заметить, у нас приставная люлька плетеная. И меня про нее спрашивают много где. Так вот, я ответила на этот вопрос в нашем телеграм-канале, так что подписывайтесь. Где я ее покупала, как она называется, как ее найти, вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале. Кстати, я кормлю Давида из такой вот бутылочки, так как она тоже мне очень нравится. И у бутылочек Доктор Браун у них, получается, протекает горлышко. Ну что ж, Давид у нас покушал. Сейчас мы будем его переодевать. Моем личико. И будем, наверное, собираться на прогулочку. Я уже позавтракала, пообедала даже. Вот. Я начала снимать не с самого утра, потому что с утра у нас Витер на работу собирался. В общем, я ходила там тоже, делала свои дела. Также еще сегодня я искала игровой коврик для малышей своих. У нас есть из развлекаловок, это игрушечки и наш шезлонг. Поэтому хотелось бы что-то купить. Я думала купить качель, электрокачель. Затем мне пришла в голову мысль, что может быть нужен коврик игровой. И я пока что остановилась на игровом коврике. Но мне безумно нравится коврик розового цвета. Но я понимаю, что у меня есть еще Дэвид и Луи. И как бы было бы неплохо заказать какой-нибудь коврик, который подходит для мальчика и для девочки. И, в общем, у меня сейчас в голове полная каша, путаница. Если я все-таки решусь купить, то, конечно же, я вам об этом сообщу. Но пока что я не стала ничего заказывать. Но у меня как-то давно был уже игровой коврик. Но он был слишком громоздкий. Вот. А сейчас я не знаю, что можно придумать. Если что, у меня там шорты под футболкой, так что не думайте, что я в одних трусах. Посмотрите, как мило выглядит этот комплект. Мне безумно нравится этот принт. И я хочу еще сшить чепчик. Ну, примерно такой же, только из других тканей. Вот, потому что у нас вот этот вот единственный чепчик, я его покупала очень-очень давно, даже не знаю, в каком году. И у нас больше нету чепчиков, и заказывать я как-то не хотела. Я думала, куплю в детском мире, но там вообще нет ничего. Может быть, все разобрали так сильно. Ну, в общем, поскольку я могу сама сшить, попробую это сделать. Выкладываю ему игрушки. Вот эти вот самые залипательные, потому что они шуршат. А вот это мне нравится, что оно так хрустит. И сейчас пофоткала Дэвида. Он так мило лежит. Кстати, я заметила, что ему очень идут вот такой вот формы пустышки. Вот. Хотя мне они не очень нравятся, потому что они не очень качественные, как будто такие дешевые, хотя они не дешевые. В общем, ну, форма хорошая. Я хотела посмотреть такие от фирмы Nook на Вайлдберрисе. Вот, либо снова. Ну, это пустышка от Happy Baby. Я ее когда-то по скидке покупала, вот сделала для Дэвида, и Дэвид ее так хорошо берет, прям очень реалистично смотрится. И, в общем, сейчас хочу посмотреть, видела такие в более нежных тонах. И, кстати, ему еще подходят пустышки от Бипс. Вот, но они не очень реалистично смотрятся, только для фотографий подходят. Вот. Так что что-нибудь сейчас ему закажу. И еще мы должны сегодня будем сходить до Валбериса. У нас там приехали посылочки, всякие ткани, чтобы шить вещи для куколок. Ну и не только для куколок можно. Можно что-нибудь и себе сшить. Бутылочки я помыла. На обед у нас, точнее, на ужин я приготовлю стейки из лосося. Даю Давиду попить водичку.
У нас тут очень мало осталось смеси. Я сейчас сюда положу. И еще сделаю Дэвиду бутылочку. Кстати, у кого тоже у реборнов протекает этот клапан, то я вот сделала сюда пакет. Закрыла и все. И сейчас у меня нормально. Но при этом вот здесь тоже должно быть загерметизировано, чтобы не протекало. Вот тут у нас хранится смесь. Так, и положим еще вот сюда. Это у нас готово. Мне, кстати, очень нравится этот контейнер. Правда, вот эта крышка, она такая слабенькая. А так, в принципе, очень даже неплохой. Очень туго закрывается. Сразу видно, что не просыпется. Но единственное, что вот этот клапан, он очень такой мягкий. Легко открыть. Так что вот это только опасно. Так, и сюда еще сделаем смесь. Идеально. И все, не проливается. Слава богу. А то я уже все полы запачкала этой смесью из этой бутылочки. Короче, эта штука мне явно не нравится. Мне нужно что-то другое придумать. Еще и криво. Мой перфекционизм покинул чат. Я не знаю, как с этой штукой снимать что-то нормальное. Так, я надеюсь, точно не протечет. В общем, все, Дэвид кушает. Сейчас он поест и пойдет на дневной сон. Он все это время лежал в кроваточке. Костюмчик очень нравится, прям. Это невероятное. Пустышки я так и не выбрала. Не знаю, какие взять. Скорее всего, уже буду этот вопрос решать потом. Та-дам! Дэвид уже доедает молочко. Все. Наелся. Посмотрите, почти все скушал. Сейчас мы его подержим столбиком, чтобы у него была отрыжечка. И я думаю, что же ходить Дэвиду на прогулку. Так, мы сейчас планируем сходить до Валбериса. И как раз Дэвид будет спать. Смотрите, как он жует уточку. Я решила не одевать Дэвида. Вот просто укрыть. На улице 23. Еще берем свой мусор. Так вот оделась я. И Дэвид. Еще взяла свой мусор, поэтому пока что не буду снимать. Только когда пойдем с Валбериса. У нас пошел дождь. Итак, я заходила домой, переодевала штаны, потому что на улице достаточно тепло. И мне эти штаны достали, они зацеплялись за тапочки. Вот. Сейчас стоим, ждем лифт и пойдем до Валбериса. Мы только выбросили мусор еще. Так,
Так что я в шортах. Такие длинные футболки. Приехал ко мне крем для рук. Мы уже, кстати, дома. Вот, мне очень нравится вот эта фирма. Взяла вот такую вот штучку для того, чтобы делать кнопочки на бодике. Взяла пуговички такие вот и две ткани. Остальные у меня уже дома, мне их курьер привез на неделе. Вот такой вот у меня есть аппарат. Я насадочки вот эти вот забрала на Валберисе и сделала на слипик такие вот кнопочки металлические. У меня есть пластиковые, а я хотела именно вот такие. Прикольно. Сейчас можно делать вот такие вот кнопочки мне. Благодаря вот этой вот штуке огромной. Я думала, что она будет намного-намного меньше. Итак, я приготовила уже стейки и рис. Стейки я готовила на сковородке, если что. А сейчас занимаюсь сдутием этих шариков, потому что они мне надоели. Дэвид тут лежит в шезлонге рядом со мной. Вот, проснулся. Вот такой вот чепчик у меня получился. С ушками. Как вам? Вот из этой вот ткани. Мне очень нравится.